Друзья, всем привет! У меня всегда большие запасы борной кислоты. В аптеке покупаю жидкую. Раньше покупала сухой порошок, но сейчас он стал дорогой, поэтому перешла на Бура-Борок, заказываю через интернет, либо беру в хозяйственных. Рассказываю, где это все, применяю в быту. 1 литр теплой воды, бутылек борной кислоты, либо 1 столовая ложка буры, чуть-чуть стирального порошка. Все хорошо растворяю и замачиваю в этом растворе белое кружевное белье минут на 30. Вся серость, вся желтизна с ткани уходит. Вот так вот восстанавливаю нижнее белье. Можно сделать чудодейственный спрей, взять до 100 мл воды, 1 бутылек борной кислоты, либо 2 столовые ложки буры, все хорошо растворить, и этим раствором можно опрыскивать обувь внутри. Запаха пота не будет, плюс отличная профилактика против грибка. Этим же раствором можно опрыскивать шторы, вот если на них появилась плесень. Можно замачивать вещи, полотенца в растворе буры, либо борной кислоты, для того, чтобы победить запах затхлости, запах сырости и побороть плесень. Вот такие вот секреты. А где вы используете борную кислоту в быту?